Всем привет! Мы продолжаем изучать алгоритмы на языке Java. Сегодня мы займемся написанием двоичного поиска. Давайте посмотрим нашу задачу. Задача наша сегодня такая. У нас есть массив, отсортированный. Состоит из различных натуральных чисел. Примерно 100 тысяч чисел в нем. И 100 тысяч запросов. Найди такое число в этом массиве. Для каждого запроса нужно вывести индекс этого числа или сказать минус 1, если такого числа нет. Прекрасно. Давайте сначала прочитаем данные из входного файла, как обычно. Заведем сканер. Да. Будет читать файлик input txt, как обычно. Да, файл. Пробросим exception, все как обычно. Так, в файлик запишем наш тест. Так, и прочитаем его. Сначала у нас есть число чисел. Потом сами эти числа. Давайте запишем сразу в массив. Потом идет число запросов k. И потом сами запросы. А, забыли считать запросы сейчас. Да, и вот здесь я забыл считать, собственно, вот здесь я забыл считать сами числа. О, нормально. Мы считали входные данные. Так, теперь давайте попробуем отвечать на запросы. Так, давайте ради интереса сначала напишем линейный поиск, убедимся, что он работает правильно и что он работает медленно. Линейный поиск — это очень простой алгоритм. Давайте переберем все запросы. Выведем... Давайте здесь поставлю перевод строчки. Берем запрос, ищем его. Int pos равно search в массиве a элемент b it. И вывести этот вот pos. Linear search будет в массиве A искать элемент X, возвращать его позицию. Ну, как работает линейный поиск, вы уже все знаете. Просто берем и ищем число. Бежим по массиву A. Если случайно элемент оказывается равным X, то возвращаем I. Если так ничего не нашли, возвращаем минус 1. Очень простой алгоритм. Давайте проверим, что у нас все работает. Запустим все. Получили ответ. Давайте посмотрим, что он правильный. У нас это не очень правильный, потому что есть нумерация с единицы, а у нас с нуля. Давайте сделаем, чтобы у нас тоже была с единицы. Идем пос плюс 1. Нет, так не очень хорошо. Тогда будет вместо минус. Да? Давайте здесь вращать и плюс 1. Вот. 3, 1, минус 1, 1, минус 1. Вот, тоже 3, 1, минус 1, 1, минус 1. Если хотим, чтобы он не взял в одну строчку, давайте здесь сделаем не println, а print и вводить пробел после каждого числа. В конце перевод строчка. О. Вот так. Ну вот, теперь все точно так же, как у них. Замечательно. Теперь давайте проверим, что действительно тормозит. Для этого давайте, как и в прошлый раз, сгенерируем большой тест и запустимся на нем. Да. Так, вот этот генератор нашей прошлой задачки, давайте его скопируем к нам сюда, чтобы совсем с нуля не писать. Оп. Да, генератор из алгоритма Хаффмана, давайте его немножко пофиксим. У нас будет 100 тысяч запросов и 100 тысяч чисел. Рандомный генератор, отлично. Давайте сначала сгенерируем, потом выведем. Тут будет массив A размера n, массив b размера k. Давайте их заполним случайными числами.
Так. А, и ты равно random next int. Какие там были числа? У нас были числа до 10 в 9. Значит, так мы пишем. Так, и то же самое с b. На самом деле обещается, что числа будут различные, но нам это не очень нужно в программе, поэтому тест будет не совсем корректный, но на нем тоже программа должна работать. Так, заполнили? Да, выводим. Так, выводим сначала. Число n, после этого числа из массива A. Пробел и а и т. Делал пробел в начале, чтобы как раз бы у нас не было пробел в конце, очень удобно. Так, теперь точно так же ввожу массив b, ввожу сначала k, потом k чисел. Можно вот это вынести в отдельный метод, но мы пишем генератор один раз, я надеюсь, что никаких предпринимателей не будет, поэтому сойдет. Давайте запустимся, проверим, все работает. Так, прекрасно. Вот у нас в input.txt два прекрасных массивчика. Первый и второй. Давайте запустим на этом всю нашу программу. Видим, за 4 секунды она отработала. Ну, возможно, здесь дольше всего занимает вывод. Давайте уберем вывод. Ой, слишком много. Давайте уберем этот вывод. Видишь, даже без вывода она работает 3,5 секунды. То есть линейный поиск действительно работает довольно долго. Ну, смотри, вы видели, что она выводила сюда минус 1. Это, смотри, самый плохой тест. То есть она каждый раз проходит целиком по всему массиву, только в конце получает минус 1. Можно сделать тест такой, чтобы минус 1 был поменьше. Для этого нужно... Так, это не тот. А вот этот. Для этого нужно вводить не случайное число вот сюда, а какое-то число, которое есть в массиве A. Давайте возьмем в A какое-нибудь случайное число. Random next int от n. Да? Запустимся. Да, теперь минус единичек не будет. Теперь будут какие-то настоящие ответы. Вот видим, что у нас много ответов, красивых. Все равно работает 2 секунды. Работает меньше, потому что теперь вот этот цикл обрывается на середине каждый раз. Но все равно работает довольно долго, в таймлимит не влезет. Давайте напишем настоящий двоичный поиск, чтобы все заработало.